Добрый день! Начинаем наш шестой урок по недельной главе Торы Вайкра. В главе Вайкра написано о свидетельстве. Человек в некоторых случаях обязан быть свидетелем на суде. Причем в книге Сефер ха-Хинух написано, что если человек знает что-то о имущественных вопросах, какие-то сделки там, он не обязан идти в суд и сообщать о том, что он знает. Но если его вызвали в суд как свидетеля, он обязан идти и все говорить, что он знает. Вот так вот. Но противоположно этому дела, касающиеся уголовных преступлений, нарушения запрещающих заповедей, таких как убийство, тогда человек обязан. Он обязан прийти в суд и сообщить все, что он в этом деле знает, видел. По еврейским законам человека казнить не так просто. Для этого нужны как минимум два свидетеля, которые видели само преступление и которые предупреждали человека, который хочет убить другого, что нельзя это делать. И он это слышал от двух свидетелей. И он двум свидетелям ответил, что я знаю этот закон, и я все равно убью и убиваю. Только в этом случае суд имеет право его приговорить. То есть настолько Всевышний бережет человек, жизнь человека, что очень четкие такие законы дал. И поэтому смертных казней действительно очень мало было. За 800 лет Танаха было всего 8 казней. То есть очень редкий случай. И пишется, что если раз в 70 лет происходит суд, на котором приговаривают человека к смертной казни, то это считается кровавый суд. Вот так. Интересный случай рассказывают о поведении суда. То есть Раби Шимон бен Шатах был судьей, знаменитый раввин, и он вызвал свидетелем на суд самого царя Яная, который был во времена второго храма. Его слуга совершил убийство, и когда царь Янай пришел на суд, Раби Шимон бен Шатах сказал, что он обязан стоять. Хотя ему поставили кресло, он говорит, вы обязаны, царь, стоять, чтобы правильные были ваши свидетельские показания. И царь обратился к мудрецам, и они постановили большинством голосов, они боялись царя, и сказали, можно он сидеть. Но царь все равно, он был мудрым царем, он послушал, он понимал, что другие судьи боятся, и послушал то, что сказал ему мудрец поколения, Раби Шимон бен Шатах, и он стоял на этом суде. Наши мудрецы говорят, что если первосвященник будет свидетелем, то только в случае, если судят царя. Только в этом случае первосвященник будет свидетелем. Что касается царя, он тоже не должен быть свидетелем везде. Он тоже не будет свидетелем. Такой закон. В общем, но это не касается царя, потомков царя Давида. Эти цари были свидетелями. Они были очень большие праведники, и поэтому к ним другой спрос. Их вызывали в качестве свидетелей. И об этом будем говорить в другой беседе. На сегодняшний день наш урок заканчивается. Пусть закончится эта война. Урок бен дал за поднятие души моего папы Яков бен Нахум, моего дяди Владимира бен Григорий, Лев бен Шмуэль,
Хая Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Борис бен Мария, Светлана бат Клара, Анна бат Ривка, Полина Перт бат Соня Сура, Женя бат Ида, Лена бат Клара, Анна бат Елена, Евгений бен Софья, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бат Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бат Ита, Исхак Шимон бен Бейла Мотл, Фира бат Анна, Гитл бат Мирьям. За хороший дух Арона Ребен Двойра, Денис бен Нахум. Всем всего самого наилучшего. Шаббат шалом.